Мы сегодня пришли сюда к администрации президента с требованием к президенту отклонить закон, который только что принят Госдумой и Советом Федерации. Это закон об отмене публичных слушаний в нашей стране. Публичное слушание – это механизм обсуждения градостроительных проектов, когда люди могут прийти и лицом к лицу с чиновниками, застройщиками, проектировщиками обсудить, что у них собираются строить, например, во дворе. Очень распространенное явление во всех городах России. Или зачем вырубают сквер, а зачем залезли в парк со своей стройкой. Так вот, этой возможности сейчас людей хотят полностью лишить. Публичное слушание заменяется так называемыми общественными обсуждениями в интернете. Что такое обсуждение в интернете, мы знаем по ресурсу «Активный гражданин» в Москве, который уже все называют «Активный лохотрон». При помощи такого механизма власть легко добивается любого результата, которого она захочет. Вот любой самый абсурдный проект «Застроить ваш двор небоскребом» получит всеобщее одобрение в интернете, потому что нагонят просто ботов или подкрутят другими способами голосования. Все. Мы категорически против этого выступаем. Мы проводили уже пикеты Совета Федерации. К сожалению, узнали поздно. Госдума очень тихо принимала эту инициативу. Чиновники боятся народа, затыкают ему рот. Плохо кончится для всех нас. И для людей, которых будут строить черт знает что. Но для самих чиновников, когда люди не выдержат уже всего этого и потеряют последний механизм согласования своих интересов в области градостроительства, ну, просто может начаться массовое возмущение, так называемый социальный взрыв.